забавная публикация под названием «Что будет, если Земля столкнется с черной дырой?» Двоеточие и далее онлайн-калькулятор. Что бы это значило? Сейчас все расскажем. Коротко, один физик создал забавный калькулятор, рассчитывающий последствия столкновения планет с черной дырой. Так вот, рассказываем, что это за физик. Физик Альвардо Диес разработал необычный онлайн-калькулятор. Он вычисляет то, как сильно Земля пострадает от столкновения с настоящей черной дырой. С его помощью можно рассчитать, какое количество энергии выделится в результате столкновения и как сильно расширится сама черная дыра. Конечно, речь идет не только о Земле. Можно внести параметры любого космического тела. Так что же произойдет, если нам посчастливится, в кавычках, конечно, встретиться с этим кошмаром Вселенной, кошмарной воронкой, пожирающей целые звезды? Основываясь на расчетах системы, черная дыра, поглощающая Землю, высвободит энергию примерно в 55 квинтиллионов раз превышающую годовое потребление этой самой энергии на всей планете. Но даже это колоссальное по своим масштабам событие едва ли будет значить что-то для самой дыры. Ее горизонт событий увеличится лишь на 0,01 доли процента. Главный недостаток этого калькулятора, пожалуй, заключается в том, что изображение черной дыры, поглощающей нашу планету, никак не изменяется, даже если забить в строку совершенно абсурдные цифры.